Четвертый межрегиональный форум «Вектор развития» провели в Химках. Это одно из ключевых событий для политически активной молодежи Подмосковья. Подвели итоги года, обозначили актуальные темы на 2019. На этот раз участников больше 600. Старт форуму дала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова. Я лишь хочу, на самом деле, искренне поблагодарить ребят из «Молодой гвардии», потому что у нас этот год уходящий был очень насыщенным. Годом был непростым, но очень интересным. Спасибо большое ребятам, которые ни минуты не колеблясь, нас всегда во всем поддерживают. А для нас поддержка молодежи, ну, наверное, одна из самых ключевых. У нас было две выборные кампании. Это выборная кампания президента, выборная кампания губернатора. Все в нашем регионе, они прошли очень успешно. Мы, конечно, должны больше уделять им внимание, помогать им, потому что, по большому счету, молодая гвардия – это наш кадровый резерв. На форуме наградили лучших активистов молодой гвардии «Единой России». Также отметили работу местных отделений. В их число вошло и химкинское подразделение. Молодогвардейцы городского округа реализуют программы социальной направленности, среди которых «Герой нашего времени», «Народный контроль», «Я развиваюсь». Илья Селезнев возглавляет химкинское отделение уже 3 года. Его главный девиз – найти не просто волонтера, а человека, которому интересна общественная работа, чтобы молодогвардеец смог возглавить свой проект и развивал его на территории городского округа. Молодой гвардеец – это, с одной стороны, и волонтер, и не волонтер в то же время. Потому что, оказывая помощь другому человеку, нуждающемуся, ты оказываешь помощь себе. Ты, в первую очередь, ты знакомишься с людьми. То есть любой из молодых гвардейцев имеет возможность у нас зайти в администрацию, зайти к тому или иному чиновнику и, допустим, попросить решить свою проблему, которая связана там, с реализацией его проекта. Молодогвардейцы вносят весомый вклад в развитие подмосковного региона. Итоги года молодой гвардии «Единой России» подвела депутат Московской областной думы Ленара Самединова. У нас этот год будет волонтерство, добровольчество. И в подмосковной гвардии, так же, как и во всех субъектах, молодые гвардейцы учредили, можно так сказать, последнюю крайнюю неделю, неделю добрых дел. Каждую последнюю неделю месяца молодая гвардия в каждом муниципальном образовании посещает приюты для животных, детские дома, социальные учреждения, совет ветеранов, совет пенсионеров, организации помощи детям-инвалидам. Для участников провели насыщенную образовательную программу. 3 блока – вектор лидерства, вектор политики и вектор медиа. Мастер-классы и лекции провели больше 10 спикеров с представителями бизнес-сообществ и члены правительства региона. Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.